В аэропорту Первомайского района желающих полетать не так много. Только бойцы спецподразделения УФСБ России по Алтайскому краю. Посадочные билеты им готовить не надо. Чего не скажешь об экипировке. Для десантирования с каната и троса им понадобится баллистический шлем и альпинистское оборудование. Сотрудник должен еще знать альпинистские узлы, поэтому в повседневной жизни тоже ими пользоваться уметь, чтобы это жизнь людей, поэтому все это с инструкторами, которые имеют допуск, проводятся занятия. 27 лет назад в Алтайском крае появилось подразделение специального назначения УФСБ. За это время бойцы участвовали в операциях по задержанию разных нарушителей, начиная от террористов и заканчивая коррупционерами. Поэтому в форме нужно быть всегда. Сейчас тренировка штурма с вертолета. Главное – отточить сам спуск на тросе и канате. Для опытных бойцов задача простая, но есть на борту и новички, которые спустятся с вертолета впервые. Страх все равно присутствует. Он здравый страх, он не такой, что пугливый. Чувство самосохранения все равно человек всегда будет преследовать. И без этого никак. Но мы подготовлены, натренированы, и, то есть страх нам чужд. Подготовлены не только бойцы, но и техника. Борт – так называемый терминатор. Перед нами вертолет Ми-8 с модификацией АМТШ, что значит штурмовой. Поэтому в нем есть специальные крепления для канатов, а также дополнительная дверь, чтобы десантироваться было куда проще. Кстати, также в нем есть специальная броня, которая защищает членов экипажа. Она располагается на кабине, но сейчас ее, конечно же, сняли. Перед вылетом нужно сделать три вещи. Сложить веревку для троса, проверить снаряжение и прослушать инструктаж. Вот взялся, вот ноги у меня, видите, да? Вот таким образом друг на друга они направлены. Вот руки. Дальше здесь я с доворотом. Вот сюда выхожу и начинаю. Канат нужен для скоростного десантирования. Грандиозная нагрузка ложится на руки. От физподготовки зависит, насколько быстро спустится вся группа. А вот трос используют по одному. И боец сам регулирует, насколько низко ему нужно зависнуть для выполнения боевой задачи. На этом задание окончено. Новички прошли боевое крещение, ветераны отточили мастерство. Теперь в штабе всех ожидает в прямом смысле разбор полетов. А далее новые тренировки, ведь враг никогда не дремлет. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.